Dobrý večer, Perun pozdravuju trenera soupěrníka z Poběroj. Děkujeme. No, co skazat, já důmuju, že to mi. Načalo igry, my nesigrali plocho, no já důmuju, že to mi načali igrať tolko v ataku, zabili igrať v defenzivu i zdělali na šipky. I Sibir polzoval si těmi šípkami i zabil 4 gala v prvom periodě. I to bylo očeň strašno dla nás. No a v tom periodě my začali hrát luče v barbě jedin ulučili i vrnuli v vstreču třemi golami. V tretím periode my starali se zabiť, no sa želeniu posle igry v menšinstve my opäť zdiali a šípku plochu my pomeniali igrakov z kamejky i odkryli tam prostor dla igraka Sibíra, ktorý zabil Rešťa už či 5. gol. No potom komanda Sibíra už je igrala Charašov v Abarone i tam byli ešte niektoré momenty, kde my mohli zabiť. No. Dva gala už je bylo ťažolo. Što ja mohu vziať pozitívno se toj igry je, Продолжали борьбу, когда домашняя команда была впереди 4 гола. Да, спасибо. Да, здорово, что победили сегодня. Знаете, первый период 4-0, а команда Лев, знаете, даже вот при 4-0 она и неплохо, если так посмотреть, так получше на игру. И она и в первом периоде играла неплохо в атаке. Нам помог наш вратарь. Мы сыграли. И, конечно же, да, мы забили свои моменты, свои голы. Бывает такое. Поймали кураши, забили. Но, к сожалению, провальный просто получился второй период. Второй период предупреждали, говорили. Ну, наверное, у нас молодая команда, нам надо учиться доигрывать такие, ну, наверное, после таких легкого, так хочу сказать, в кавычках, периода 4-0, надо доигрывать, учиться уметь доигрывать, где-то сохранять силенки на следующий матч, чтобы быть готовым. Но мы пока этого не умеем, мы пока проваливаем эти моменты, хотя работаем над этим надо еще будет много работать. А в третьем периоде, когда уже отступать было некуда. Опять собрались, забили важный гол 5-й и довели матч до конца. Но опять же я хочу сказать, что мы играли с очень сильной командой в атаке. Я считаю, что она одна из самых сильных в лиге. Мастера играют, сборные играют национальных команд. Вот. Так что мы очень довольны этой победой. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Тренер, прости вас. Почему уже первый матч не играет основной вратарь Дмитрий Верхонин и оценивает игру сегодняшнего дебютанта молодого вратаря? Но у нас всегда старший вратарь в воротах и молодой на скамейке, потому что нам надо 4 игрока молодые. И Петри не играл, потому что Ате играл первую игру. Последнюю игру он играл один раз, и мы еще хотели, чтобы играл следующий матч, потому что мы хотим, чтобы обе два играли, были в этом ритме играющими. И это мы сделали так, и Ате сегодня играл свою вторую игру, но что получилось, это не только его проблем, что
Сивер забил 4 гола, ему не помогли много. Ну и потом по 4 голах мы поменили вратаря и дали шанс молодому. Пожалуйста, еще вопрос. Дмитрий Вячеславович, в эти периоды, когда пожестче стал играть, и своих приемов больше, это в течение обстоятельств или, может, просили игроков? Нет, ну мы вообще каждый раз хотим играть пожестче. К сожалению, в этом году мы немножко помягче играем, чем в прошлом. Хотя призываем это ребят. Но, в общем-то, и команда стала соперника играть жестко против нас. И, ну, ребята не стушевались, приняли эту игру. Молодцы. Еще вопрос? Да? Сегодня в третьем периоде перемены произошли в первом звене. Наталья Петюков заменила Романова. Оцените, сработали эта перестановка и можно ли ждать в следующих матчах? Ну, неплохо сыграли. Опять же говорю, на третий период такой был нервозный. Я хочу даже сказать, такой рабочий период, знаете. Нужно было где-то выстоять, где-то сдержать удар. Вот, не было такого, знаете, ну, чтобы на что-то можно было посмотреть в атаке на них. А, ну, посмотрим, мы посмотрим. В будущем посмотрим. Пока ничего не могу сказать. Как, конечно, он игрок команды, хороший вратарь, да, да. Но мы будем и Сергея Гидученко тоже использовать. Еще? Да, пожалуйста. Дмитрий Вячеславович, вот пан Сикора сказал, что когда счет стал 4-0, нам стало страшно. А вот когда три шайбы забили нам, вам не стало страшно? Стал. Или вы верили, как? Стало. Стало страшно, но опять же хочу что сказать. Потому что команда как-то как снежный ком посыпалась, знаете, как это немножко это хорошо, что мы ушли на перерыв, хотя они могли, если так, положа руку на сердце, они могли сравнять счет. Мы немножко поплыли. Дмитрий Вячеславович, вот Андрей Плеханов в команде, или никто на него не рассчитывает, потому что пришел друг команды, или ни одного матча не ставит? Мы на всех рассчитываем, игроки все у нас в строю, так что ждет свой шанс. Спасибо.